Опа, блин, прочти дисклеймер. Всем привет, вы на канале The Hacking Lab, а сегодня мы скачаем и проверим GTA 5 на телефон. Как всегда, заходим в браузер, тут у нас поиск, а это означает, что это умный поиск. В этой рубрике мы гуглим различные интересные запросы, которые можно скачать. В этой рубрике мы гуглим различные запросы, а потом скачиваем то, что нам дали. Свои интересные идеи пишите в комментариях. Сегодня же мы проверяем GTA 5 на телефон. Также у меня есть идея загуглить GTA 5 АПК. Может даже ОББ. Смотрите, сколько здесь всего. Начнем мы с GTA 5 на телефон. Сразу же откроем первые три ссылочки. Смотрим, что там. Реально, типа GTA 5 можно поиграть. Смотри, здесь какое-то управление сделали. 24 кадра в секунду. А больше картин... А, вот. Еще картинки есть. Не, ну вот шутки шутками... Но 36 FPS это, конечно, здорово. Нет, я хотел сказать про другое. Скорее всего, это даже реально получится запустить. А вот это не очень. Это типа, что это? Почему GTA, по поиску GTA 5 нам GTA 4 показывают? А теперь GTA 4 с модами на 5. Вот 5 GTA. По первым кадрам, смотрите, видно, что это какая-то странная карта. Вроде как Майкл у нас здесь, какие-то менюшка. Скорее всего, это создана маленькая демо-игра на какой-то маленькой платформе, где можно будет походить. И мне очень интересно, что там будет в итоге. Скачать Grand Theft Auto 5 GTA 5 на Android бесплатно. В Google Play? Чего? А чё нас, да, в Google Play? Да-да, сейчас мы скачаем Google Play. Окей, нас перекидывают все время на эту страничку. Данная игра обновлена 26 октября 2021 года. Нажимаем скачать. Я нажимаю скачать, нас перекидывают обратно на эту страницу. Неужели нельзя ее скачать? Блин, чё, реально с этого сайта нельзя скачать? На картинках все по-другому. Игроков вообще нету. В этой GTA 5 даже машину нельзя сесть. Я надеюсь, все исправите. Очень крутая игра. Жду ответа. Это точно GTA 5 или нет? Ну, не знаю, чувак, не знаю. К сожалению, первый же сайт нас немного... разочаровывает, и скачать мы с него не можем. Но, возможно, данный сайт не совсем таки развод, и остальные приложения, которые действительно есть на Android, их можно скачать и играть. Это же я проверять не буду сегодня. Но если вам нравится проверка GTA 5, то давайте на этом ролике наберем 5000 лайков, тогда как можно скорее выйдет еще один ролик с проверкой GTA 5 на Android. Скачать GTA 5 Mobile на Android. Кстати, надо было загуглить еще GTA 5 Mobile. Разработчик Rockstar Games, конечно же. Версия игры 0.5, но размер 2 гигабайта. Уже очень интересно. Опять Google Play. Нам говорят, что это мы скачиваем с Google Play. Нас перекидывают на Google Play, но, к сожалению, как вы видите, здесь нету реально никакой игры. Вопрос, как нам скачать? Кстати, смотрите, CSGO Mobile! Реально CSGO Mobile! Хотите проверку CSGO Mobile? Если хотите CSGO Mobile, пишите об этом в комментариях. Похоже, второй сайт нас опять опрокидывает. Ну, камон. Потому что мы нажимаем GTA 5, нас перекидывают в Google Play. Тут у нас... что это? iDroid. Скриншотики опять из GTA 5. По крайней мере, на первом сайте нам показывали конкретно скриншоты, скорее всего, игры. Потому что, ну, вы видели, там какая-то маленькая карта, что-то ничего не понятно. Здесь просто скриншоты из самой игры. Кстати, а здесь мы можем скачать АПК-шку. Да, реально. И, похоже, это первый сайт, с которого мы реально сейчас можем скачать GTA 5. Блин, я очень давно не играл в GTA 5. У меня она есть как в Epic Games, так еще и в Steam. У меня их целых две версии. А ты напиши в комментариях, где ты играл в GTA 5. В Steam или Epic Games. Кстати, играя в Steam, ты получаешь карточки, из которых потом собираются значки. За каждый значок ты получаешь какие-то плюшки, которые потом просто пылятся в твоем инвентаре. Признайся, явно хотел от них избавиться. У меня, допустим, целых 30 страниц. И этот инвентарь можно использовать для повышения уровня Steam с помощью Steam Level Up. Кстати, если перейдете по моей ссылке в описании, получите 100 гемов абсолютно бесплатно. А если выполните пару простых действий, сможете крутануть колесо мема и получить намного больше халявы. Также на сайте присутствует много различной активности. Поиски сокровищей, розыгрыши и различные игры. Повышение уровня происходит следующим образом. Выбирайте, какой уровень вам нужен, калькулятор все сосчитает, вы просто покупаете карточки, которые он вам предложит. Перекидывайте их себе в инвентарь и после этого крафтите значки. Кстати, после получения этих значков вы получаете различные плюшки. По типу смайликов, скидок, различных фонов, их вы можете продать, либо повысить еще раз свой уровень с помощью Steam Level Up. Допустим, на пустом аккаунте, чтобы поднять 10 уровень, нужно всего лишь 170 рублей, либо твой скопившийся инвентарь. Лично моего хватает почти на 30 уровень. Но если твой инвентарь пуст, баланс ты можешь пополнить любым удобным способом. Так что скорее переходи по ссылке в описании, чтобы поддержать канал и посмотреть, сколько твой уровень может стоить. Хорошо, хорошо. Мы проверили только три сайта. Здесь смотрите, сколько еще куча всего. Переходим дальше. Открываем еще три сайта. Play APK
podcast.net. 88% положительных отзывов. У нас есть кнопочка «Скачать» и в закладке. Давайте нажмем «Скачать». Нас спускает в самый низ, и мы можем скачать реально GTA 5 и кэш для нее. Так, скачай GTA 5 и кэш для нее. Идем дальше, не останавливаемся, проверяем сайты. У нас огромный значок пятерочки этой GTA-шечной. GTA для Android. Ой, давай, показывай. Актуальность 2023 год. Если что, тут есть отчет от Virus Total, и файл весит 400 мегабайт. О, реально 400 мегабайт? Тут у нас есть GTA 5 на ПК и iOS? На iOS? Так, где? А где скачать? Где кнопочка скачать? Альфа-Аге называется сайт. Тут он, смотрите, даже вотермарку свою накидывает на чужие скриншоты. Так, есть какой-то взлом ПК. Так, очень много всего интересного. Хорошо, у нас тем временем все скачалось. Закидываем в папочку 4. И мы готовы проверить целых 4 файлика. Открываем наш любимый эмулятор. Я там немножечко пошаманил в настройках, чтобы попроще было эмулятору, чтобы он не задыхался. Закидываем сюда игру. О, GTA 5. Кстати, смотрите. GTA 5 бета версия 1.9. Но почему-то устанавливается GTA 5 бета 0.7. А почему так? GTA 5 установилась. Мы в нее заходим. Если что, я проверяю мошенников. Это не настоящая игра. Я не знаю, просто нас если забанят опять, то это будет жопа. Сделан на Unity. Game on BOG. Так это может вообще другая какая-то игра. Вау. Я, честно говоря, не ожидал, что так будет. Выйти из дома без каких-либо подгрузок. Вы помните, да? Когда вы заходите в GTA 5 и вы пытаетесь выйти из дома. У вас здесь... При входе и выходе есть подгрузка. В этой игре ее нету. У нас здесь какие-то 3 тачки. О, можно Хонду вызвать. Или не вызвать, она куда-то улетела. Вон она. У нас здесь даже есть настроечки. Ага, она залагала все. Похоже, за смены... О, нет, смотри, все, отлагала. Я настройки забросил, вроде даже играть стало легче. Я не могу сесть в машину, к сожалению. Смотрите, там даже люди ходят. А я подраться смогу? Ядрить, она быстро ходит. Все. Давайте закроем это. И пойдем устанавливать следующую версию игры. Теперь закидываем вторую версию игры. Вот он наш мейн. Закидываем его вот сюда. Реально закинулось? Хорошо, давайте зайдем в мануал. Почему-то он у нас открывается вот так. Окей. Что за мануал? Так, русский выбрали. ПК. Чего? Это просто мануал. Но почему бы и нет, как говорится. Мануал скачали, посмотрели, научились играть. Теперь погнали устанавливать саму игру. GTA 5 версии 0.2.1. На этот раз нам установили Grand Theft Auto 5. Значок GTA 5. Давайте зайдем в игру. Реально прогрузка пошла, смотрите. Она очень лагает. Все выставим в минимальное. Давайте сюжетный режим попробуем загрузить. Кстати, следующий ролик у нас со стендов 2, так что обязательно приходите. И если вы вдруг не знали, то у нас ролики выходят через день. Так. Началась звук. Понял. Так, нам показали рекламку. Сама игра залагала. И при загрузке в саму игру у нас происходит ошибка. Возможно, недостаточно мощную... Эмулятор, мощный компьютер и эмулятор, естественно, с ним. И пойдемте установим последнюю игру. У нас есть кэш. И помимо кэша есть еще 2 АПКшки. GTA 5 бета и лаг взлом. Хорошо, GTA 5 бета устанавливаем. Сейчас зайдем, посмотрим, что там есть. А после этого уже установим лаг. Нам сразу устанавливается лаг вместо GTA 5 бета. А если мы вот это закинем? Она переустанавливается, хорошо. Причем, смотрите, первая версия весит в 10 раз меньше, чем взломанная бета. Бля, она не может установиться. Чё-то... О, сразу запускается? Вопрос, что запускается? Made with Unity. Это альфа АГ мы скачали. О, так, русский продолж... Так, выход, хорошо. Сейчас мы закинем его в бэшку. Очень интересно, что мы зашли, когда она не закончила свою установку. Каким образом, я не понимаю. О, почему-то нам дали этот root права. В эту папку нам нужно закинуть вот эту ОББшку. И сюда мы вставляем. Что творится с моим эмулятором? Алло! А, все. Это она так перекидывалась, да, копировалась. Лос-Анджелес, криминал онлайн, да? Реально, плееры ей можно выбрать. Player name. Я, как всегда, вписываю недохакерс. Мы зашли в игру, реально. Можно LAN, сообщество, редактор, опция, о нас, выход. Никакой синглплеерной версии здесь нету. Как я, ну, я не вижу. Так, ну не так много карт. Форумы есть.
сервера. На них реально люди играют. Забитые сервера. А, ну 12 человек, ладно, понятно. Давайте играть. Здорово. Это я. Это я. Можно достать телефон даже. Я не обзорщик данных игр, поэтому обзоры на нее вы явно можете найти в интернете. Я предлагаю на этой интересной игре заканчивать. А я вам, как всегда, желаю хороших антивирусников и до скорых встреч. Ведь ролики выходят буквально через день.